Вот так смотрится он на манекене. Всем привет, мои дорогие подписчики и гости моего канала. И в этом видео хочу сделать мастер-класс по вязанию берета зимнего из пуха норки, который я вам обещала. Так что с удовольствием свое обещание выполняю. Этот беретик я вязала на окружность головы 56-57 сантиметров. Также я вязала ранее берет, ну, для себя. И также у меня еще есть один на продажу, такой же берет серенький. Я его вязала на окружность головы 54-55. Я также вам сейчас дам размеры на берет меньшего размера. А видео будет берет вот этот вот. Что хочу сразу отметить. Этот берет я вязала из пряжи с бело-желтой этикеткой, а вот этот берет я вязала из норки с синей этикеткой. Разница в чем? Эта нить немного толще, здесь ниточка потоньше, поэтому для вязания основного полотна здесь я использовала спицы номер 3,5, чтобы он был такой более плотный, а здесь я использовала спицы номер 4. Ну, если вы будете, смотрите, какую пряжу вы возьмете, да, пух норки или с синей этикеткой, или желтой, это тоже как бы, ну, можно учитывать, потому что здесь нить, конечно, немножечко тоньше. Так, давайте по размеру. Итак, значит, размеры 54-55, 56-57. Сразу вкратце вам расскажу, может быть, вы захотите использовать. Значит, так. 54-55. Здесь я набирала 90 петель. В этом берете я набирала 96 петель. Здесь мы вяжем подворот 20-24 ряда. Здесь я связала 26 рядов. Прибавки здесь я делала через каждые 3 петли. В этом берете я делала прибавки через каждые 2 петли. После того, как мы прибавили все необходимые нам петельки, здесь получилось 120 петель, здесь 144 петли. Основное полотно я начала вязать здесь на четверке, а здесь на 3,5. Значит, здесь высота до убавок у нас 8 сантиметров, здесь 10. Здесь я все убавочки делала через ряд до конца. А вот здесь я делала убавки через ряд до того, как у нас между маркерами 8 петель должно было остаться. А далее мы продолжили делать в каждом ряду убавки. Вы можете также сделать скриншот моих расчетов. Я вот вам покажу поближе. Но учитывайте еще то, что здесь расчеты для пуха норки с синей этикеткой. Эти расчеты для пуха норки с желтой этикеткой. По расходу на серый беретик у меня ушло ровно 2 моточка синей этикеткой. Ровно 2. Также в 4 я нити вязала и в 2 дополнительные. Здесь у меня расход 2,5 мотка вышел. И я вязала тоже в 4 основные нити плюс 3 дополнительные из катушек. Поэтому на него будет необходимо 3 моточка брать. Я попыталась его связать поплотнее, потому что это зимний все-таки берет. Он еще у меня не стиранный. Вот такой вот отворот плотный получился. Так что вот берет, конечно, очень плотненький такой. Очень не продувается. Это еще я не делала ВТО. Конечно, он будет гораздо пушистее. Так что выбирайте свой размер, закупайте пряжу. Пряжу я покупала у Татьяны. Все координаты магазина также будут под видео. Также я хотела вам показать, как можно украсить зимний беретик вот таким помпончиком, как у меня. Тоже вот так он крепится. Ну, давайте приступим к вязанию. Итак, нам понадобится 3 мотка пряжи пуха норки. У меня этот цвет 33, желтая этикетка, норка Mink Wool. Также 3 катушки, они идут в комплекте, каждому моточку. Сантиметровая лента, ножницы, маркеры, иголочка, крючок, 2 пары спиц номер 3 на леске, на длинной у меня.
и спица номер 3,5, бросовая нить. Вязать мы будем в 4 основные нити плюс 3 дополнительные. Давайте приступим к вязанию. Вязать мы будем в 4 нити, поэтому мы берем из одного моточка, мы вытаскиваем одну ниточку из серединки. Сейчас посмотрю, где-то я уже достала. Так, вот этот моток. Мы из одного мотка достаем из серединки ниточку и сверху. А с остальных двух мотков мы только берем ниточки сверху. То есть пока внутри ничего не достаем. Когда у нас закончится вот этот вот моточек, мы присоединим ниточки от этих двух мотков, достанем из серединки. Таким образом мы сможем вязать в 4 нити из 3 мотков. Значит, вот так у нас получается. С двух моточков только берем 2 ниточки. А с одного мотка берем еще из серединки. Берем крючок и делаем цепочку из бросовой нити. Ну, приблизительно сделаем 105 петель. На большее количество петель, нежели нам нужно. Таким образом делаем дорожку из воздушных петель. Смотрите, чтобы бросовая нить была не слишком тонкая. Лучше будет, даже если она будет толще, чем основные нити. И таким образом давайте наберем 105 петелечек воздушных. Ну вот мы с вами сделали дорожку из воздушных петель. Вот здесь у нас с этой стороны у нас косичка. Нам нужно будет ее перевернуть. Вот здесь вот такая вот сторона. Вот покажу вам поближе. И сейчас мы будем делать протяжки из каждой вот этой вот петельки. Вот таким образом. Смотрите. Раз. Опять заводим. Берем спицы номер 3. Совсем забыла уточнить. И вот так делаем протяжечки. Делаем набор наших петель. Набираем 96 петель. Вот таким вот образом. На спицу номер 3. Ну вот мы с вами набрали необходимое нам количество петель. 96 петель сделали. Так, дальше замыкаем вязание в круг. Если вы вяжете на длинной леске, как и я, вам нужно вытащить вот лесочку в двух местах для удобства. И дальше начинаем с вами вязать по кругу лицевой гладью. Вот эту ниточку подтягиваем, чтобы она у нас не убежала. Придерживайте ее. И начинаем просто провязывать лицевыми петельками. Таким образом мы будем провязывать до конца ряда. Итак, ну вот мы с вами провязали первый ряд. Дальше можно будет повесить маркер для определения начала ряда. И дальше нам нужно будет с вами провязать по кругу лицевыми петлями высоту еще 25 рядов. Просто вяжем по кругу лицевыми петельками. Провязываем 25 рядов. Провязываем самостоятельно. Ну вот, мы провязали наш подворот. Высоту он получился у меня 8,5 сантиметров. Я провязала 26 рядов. Дальше нам понадобится еще одна пара спиц номер 3 и ножницы. Сейчас мы будем убирать нашу бросовую нить и переносить петельки на спицы. Итак, берем нашу спицу. Дальше. Здесь вот посмотрите, вот так натягиваем и смотрим, да, вот у нас вот она первая петелька, мы ее подхватываем, дальше аккуратно вот так разрезаем бросовую нить, следующую петельку опять подхватываем и аккуратно будем распускать, можно даже спицы прихватывать,
Смотрите, чтобы петельки не убежали. И вот так каждую петельку мы будем подхватывать и переносить ее на спицу. Таким образом нам нужно перенести все наши петли. Продолжаем так самостоятельно. Ну вот, что у нас с вами должно получиться. Вот мы распустили в росовую нить, перенесли петли на спицы, тоже на номер 3. Дальше мы будем делать наш подворот, фиксировать его. И сразу будем переходить на спицы номер 3,5 и делать необходимые нам прибавления. Итак, берем, ну, приблизительно вот так делим пополам наше вязание сверху. То же самое мы делаем с нижней частью тоже. Так, подтягиваем. Так, здесь. И дальше нам нужно будет взять вот так, подвернуть. Вот здесь придерживайте, чтобы петельки не соскользнули. И вот так вот подворачиваем наше вязание. Складываем его пополам. Так, и таким образом у нас должно с вами получиться вот эту вот ниточку, этот кончик мы потом зафиксируем. Вот наш. Дальше мы с вами берем спицы номер 3,5. Прибавки мы будем делать с вами через каждые 2 петли. Сейчас я вам все наглядно покажу. Итак, первую петельку вот с этой спицы мы снимаем, берем на петельку вот с деревянной спицы, это нижняя спица, где мы делали, переносили их, вот эту петельку изнаночную мы разворачиваем, эту спицу, эту петлю переносим сюда, провязываем 2 вместе лицевой, провязали, опять лицевую снимаем, изнаночную разворачиваем, опять переносим на спицу, провязываем 2 вместе лицевой. Итак, прибавки. Прибавлять мы будем скрещенной петлей, не обычным накидом, а вот таким образом. Вот перекрещиваете, чтобы не было дырочки. Прибавили. Опять лицевую снимаем, изнаночную петлю разворачиваем, возвращаем на спицу. Лицевую тоже на эту спицу переносим, провязываем 2 вместе лицевой петлей. Опять лицевую переносим, изнаночную разворачиваем, провязываем 2 вместе лицевой петлей и делаем прибавочку. Прибавляем через каждые 2 петли. Если вы хотите, чтобы берет был такой менее объемный, то прибавки делайте через каждые 3 петли. Или наоборот, если вы хотите, чтобы вообще очень объемный, тогда можно через каждую петлю. Ну вот, что у нас получилось с вами. Мы сделали прибавочки. На спицах у меня 144 петли. Вот такой у нас получился двойной теплый подворот. И дальше мы с вами будем вязать по кругу, просто лицевой гладью, высоту 10-11 сантиметров. Просто вяжем по кругу лицевыми петельками. И таким образом. И уже потом будем с вами переходить к убавлениям. Так что провязываем лицевыми по кругу, высоту 10-11 сантиметров. И увидимся с вами, когда будем делать убавление. Ну вот, мы с вами провязали необходимую нам высоту от резиночки 10 сантиметров.
Дальше мы будем с вами формировать уже макушку. И наше вязание нам нужно разделить на 8 клиньев. Итак, у нас получается на спицах 144 петли. Мы делим на 8. И в каждом клине у нас получается по 18 петель. Сейчас мы отметим каждый клин маркером. Итак, ну вот мы с вами выделили 8 клиньев по 18 петель. Я их отметила маркерами. И переходим с вами к убавлениям. Начинаем у нас с начала ряда. Провязываем 16 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 лицевых. И далее провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. Маркер перебрасываем. И опять также мы провязываем 16 лицевых. Либо можно провязывать, не довязывая 2 петельки до маркера. И опять делаем убавление. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Убавки мы будем делать через ряд. И опять провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И таким образом продолжаем до конца ряда. Ну вот мы сделали первый ряд убавлений. Следующий ряд мы вяжем по рисунку, без убавок. И таким образом, просто лицевыми петлями. И таким образом мы будем чередовать с вами первый и второй ряд до тех пор, пока вот между маркерами у нас не станет по 8 петелек. Убавки делаем через ряд. После того, как вы провяжете необходимую высоту, мы с вами будем делать уже убавочки в каждом ряду, когда у нас между маркерами будет 8 петель вот здесь. И тогда мы начинаем уже делать с вами убавки в каждом ряду. Ну вот мы с вами довязали до того момента, пока у нас между маркерами не стало по 8 петелечек. И теперь мы будем делать убавления не через ряд, а в каждом ряду. В каждом ряду делаем убавления до тех пор, пока на спицах у нас не останется 8 петель. Ну вот мы закончили все наши убавления. Дальше будем стягивать макушку. Берем иголочку, ножницы. Отрезаем нить, оставляем кончик, ну, приблизительно вот здесь 15 сантиметров. Берем иголочку и переносим наши петельки на иголочку. Таким образом. Так, убираем спицы. Смотрите, сильно пока не затягивайте. Выворачиваем наизнанку. Покажу вам поближе. Вот мы вот таким образом подтягиваем. И дальше проходимся еще через вот эти вот петельки. Пару кругов. Подтягиваем вот таким образом. Итак, как нам спрятать кончик? Вот смотрите, вот эта вот нить, да, которая у нас осталась, мы приблизительно делим, ну, пополам, получается по 2 нити. Так, дальше вот смотрите, берем крючок. Заводим под петлю, вот так,
протягиваем. Дальше просто завязываем пару узлов. Вводим крючок, вот приблизительно там же, где мы делали узелок. Дальше берем и заводим эту нить вовнутрь нашего подворота. Так мы крючок выводим. И вот мы спрятали эту нить. Ну вот наш теплый зимний беретик готов. Давайте его измерим, сколько у нас получился. 28 сантиметров. Дальше нам нужно будет сделать с вами влажную тепловую обработку. А еще лучше я рекомендую и шапочки, и вообще все изделия из пуха норки предварительно замочить на пару часов, на 3-4 часа в чуть тепленькой водичке со средством для стирки шерстяных изделий. Потом прополоскать и аккуратно отжать чистое полотенчико. Также выкладываем на ровную поверхность, придаем форму и периодически переворачиваем до полного высыхания. Надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, включайте уведомления о новых публикациях. Всем всего доброго, пока-пока!